Там место под зарядку. Музей литературы. Физули, Вагиф, Мирзе Фетали, Натаван, Мирзе Джалил и Джафер Джабарлы. Все писатели азербайджанские. А вот это здание большое. Во время Второй мировой войны в этом здании располагался эвакогоспиталь. А вот и табличка. Вот это здание бывшего эвакогоспиталя. Идем к кинотеатру «Азербайджан». Вот. Идем в сторону кукольного театра. Так, нам надо чаек где-то попить. А может, там был чай? Давай туда зайдем. Идем, сейчас вернемся, посмотрим. Да, кафешек и ресторанов уйма, конечно. На каждом углу свой мир. Да, колоритный. На улице места не было, мы сели внутри. Это было зимой. Ну и что, тут... пойдем сядем? Да, давай. Давай до конца дойдем до улицы. Здесь аудитория. Идем, да, здесь тоже фонтанчик не работает в парке, к сожалению. Сели вот в такое уютное кафе. Сейчас закажем чай и какое-нибудь пирожное. Заказали десерт, венские вафли, ждем. Заказали вафли с молочным шоколадом. Сами не взяли фрукты, не захотели. И вот такой чайник чая. Очень вкусная, вкусный десерт в шоколаде, нежная вафля, нам понравилась. Значит, счет у нас вышел за чайник и за вафли шоколадные. 14 манат. Сколько? 14 манат? 80? Грубо говоря, 15 манат. Но чайник был не маленький. Мы наелись. Но это без добавки. Если на вафли добавки, там будет фрукты. Да, там если фрукты... стоит так 7 манат, а с добавками каждая добавка 3 маната. Да. Какой-то определенный фрукт. Например, просто вафля с шоколадом стоит 7 манат, но если ты добавляешь фрукты, добавка фруктов, бананов 2 маната плюс.
добавка клубники 3 маната. Но мы не захотели фрукты, просто взяли обычный. Решили попробовать, да, вкус шоколада. Шоколада с вафлей, да. Без добавок, чтобы не перебивать вкус шоколада и вафли. Очень вкусно. Сейчас идем за Алечкой, уже 6 часов. Время к 6. Заберем ее со школы. И что-нибудь ей сейчас тоже покушать вкусненькое купим. Вот это очень красивое здание 1952 года. Находится на улице Низами. Сейчас идем в сторону ТЮЗа. Идем к ТЮЗу, а театр оперы и балета все еще ремонтируют. Погода хорошая, ветер стих вообще. И не жарко, и не холодно. Такая приятная прохлада. Театр юного зрителя. Алечке тоже купили на мероприятие 10 июня. Она пойдет на одно шоу, шоу фокусников. В оперы-студии будет проходить шоу. А сам ТЮЗ 1980 года. Здание было построено в 1980 году. Вот здание оперы и балета. Я вам его и летом снимала. До сих пор идет ремонт, к сожалению. Очень красивое здание само по себе. Но жалко, не могу его снять пока полностью. Во всей красе. Надеюсь, что в ближайшее время ремонтные работы будут закончены. Я вам обязательно покажу. А дай бог получится и поснимаю и внутри, если будет возможность пойти на балет. Думаю, что скоро закончат, уже давно идет ремонт здания. А вот это здание библиотеки Ахундовской. Подходим к театру Рашида Бейбутова. Я так часто вам снимаю театр, потому что проезжаем мимо по этой улице. Ну а здесь был кинотеатр, вы тоже это знаете. Папа мне все время рассказывает, как сбегал с уроков и приходил смотреть сюда фильмы. 1954 года здание. Рано пришли, ничего, главное не
не поздно. Лучше рано, чем поздно. Подождем. Улицы Низами.